Привет, это Краснодар, крылатая 12/2. Как нас уверяет вывеска, здесь должны продаваться автомобили Шкода. Ну, несколько Шкод здесь есть, но большинство, как получается, как некий мультибренд, потому что тут у нас ID представлен, на Hyundai цены почему-то нету, наверное, убрали. Там еще стоит Кодиак черный, там будет белый Корок, будет китаец. И будет Тигуан там дальше. Но это вот посмотреть, допустим, да, на замену китайцам. Ну, хотя тут, видишь, и китайцы тоже представлены, как некий такой мультибренд. Все здесь есть. Вот он, Терамонт представлен, Volkswagen. Полный привод. Максимально показать его так визуально. Ну, он такой, один из самых здесь. Ну, самый дорогой, что здесь представлен. Самый большой. Багажник будет, наверное, прям огромный. Сиденья кожаные с подлокотником, а он семиместный получается. Вот так это все спереди выглядит. Панорамная крыша. Коробка автомат. Ну там на буклете я смотрел, вся информация в принципе представлена. Вот здесь как типа как звездное небо что-то такое изображено. Диски. А Гудиер резина. Да, Гудиер. Размера. Не видно, наверное, будет, может, на буклете будет, на подзарядке он чуть стоит. Ключ авто. Ну вот цена Volkswagen Terramont 6 490 000 от 2 литра бензин, 220 сил, автомат, полный привод, максимальная скорость 210, разгон 9,2, расход топлива комбинированный 7,3. Короче, расход у него будет как у Гранта написано. Так, за данный автомобиль цена 7 150 000 рублей. Ну, вот такая вот история. Фронтальные подушки безопасности, датчики света, круговой обзор. Все будет за 7 150 000. К этим, наверное, потом к ID вернемся попозже. Будет вообще это интересно, нет? 3 850 000. Ну, представлено, что цена от, ну и по факту написано, что за данный автомобиль такая цена будет, как будто бы это минималка. Ну, в общем, что-то непонятно. Может, опять какие-то подводные камни есть. Это Корок. Белый Корок. На мой взгляд, интересная машина. Прикольная. А резина китайская. Резина Гитти. 18 радиус. Он, походу, из Китая приехал. Походу, он приехал из Китая. Ну, Шкода она, Корок он. Ну так, все, 15 километров пробега. Салон кожаный с красными вставками. Коробка робот, мотор 1.4. Панорамная крыша. Да не может быть он в минималке. Прям комплектация у него хорошая. Ну, стеклоподъемники, как бы само собой разумеется. Корок. Ну вот цена, да, вы видите, что указано 3 850 000. 1.4, 150 сил. Расход 7,5. Забавно, не указывают расход. Вот это вот что-то темное, не знаю, никого нету. Узнать бы, как это правильно пишется вообще, Хон-Джи. Ну, в общем, вот так написано, что это H5 Classic. И цена 2 850 000. И за конкретный автомобиль такая же цена, 2 850 000. Но если так посмотреть, как это все выглядит визуально, типа тут, как казалось бы, да, 2 миллиона, считай, даром. Ну... Я не верю в сказки, что даром что-то может быть такое прям шикарное. Ну, тут прикольная ручка так реализована. Электросиденье. Ну, светлый салон. Приборка вот так загорелась. Ну, Хон-Джи будем называть его. Не знаю, как, может, попозже спрошу правильно. Ну, слушайте, потолок тоже панорамная крыша, люк закрывается. Так вот все в пакетиках. Ну, салон сделан, конечно, прикольно. Светлый салон, как комбинированный с черным, просто он подкупает глаз. Так сделано. И тем более за такие деньги, за 2 850 000, прям действительно кажется, что поймал удачу. Так, сзади все выглядит. Сеточки такие сделаны. Два USB сзади. Блин, ну по салону прям он смотрится шикарно, конечно. Диски вот эти тоже довольно интересно. Видочек, да, такой, вообще не знаю, оцените.
Напишите в комментариях, что вам думается по этому поводу. Так, читаем, что здесь они про него пишут. Мотор 1.8, бензин, автомат, передний привод, ну 2 ВД. Так, 7,5 расход. Датчик света, заднего вида камера, давление в шинах, аудиосистема, система крустовой устойчивости, подушки безопасности. За 2 850 000. Ну, по покраске не знаю, палево, не палево, но я вот так вот глазом смотрю. Такая блескучкость интересная у него. Сзади, да? Плохо. Плохо представлен сзади окно здесь. H5, 35 ТД. ТД это турбодизель, по-моему, пишут. Там вообще указано бензин или механика? Я что-то не посмотрел, 1.8 увидел. Сейчас будет прикол, если он еще дизельный какой-нибудь. Не, бензин, бензин. Бензин. Ну вот, ваши комментарии. Ну вот из того, что интересно, Тигуан стоит, да? Тигуан тоже прям, ну, смотрится, короче. Тигуан, буковка L указана. 4 Motion, TSI. Видочек. 19-е диски у него. Тут уже будет потемнее, наверное. Хотелось его прям при максимальном свете показать. Так, ну и почему... А, вот, загорелась приборка у него. Загорелась, что дверь открыта. 12 километров пробега. Ну, блин, здесь темно, ребят. Тигуан поставили. Наказанный он, наверное, в темный угол. Как это все выглядит. А можете подсказать, как он правильно называется? Хонджи? Хончи? Это реально его цена, 2 850 000. Я могу прийти за наличку купить или кредит, не кредит? А, я понял. А ну если кредит и трейдинг, будет еще скидка или нет? Это уже к отделу. Ага, к отделу продаж. Я вам скажу, из этого класса за эту стоимость сейчас ничего не будет. Я брал на тест-драйв. Единственное, может, то, что чуть-чуть мне не понравилось, это расход. Расход большой? Ну, при моей езде большой. А там написано 7,5. Так и плюс-минус, а-а-а. Если ездить по трассе, смешанный расход у нее так и будет. Но у меня получилось в городе, я вышел где-то в 11,5 литра. 11,5 по городу. Ну, 1,8 мотор. Ну, я понял, что минимум, максималка будет еще больше. Да, это то, так у меня. Ну, визуал, конечно, за 2 850 000 у него шикарный. По факту, это москвич, ну, если выбирать, ну, вот москвич 6, который представили, нет, угу. Я лучше вот возьму, будет намного интереснее. Хончи, да? Да. Я понял, спасибо. И плюс коробка Айсин. Айсин, автомат. Автомат, который на камере снимает. Ну, вот это такой видос будет, наверное, немножечко затянутый на одном автомобиле, но мы пройдем сейчас еще посмотрим, здесь представлено. Mazda CX-4. За данный автомобиль 3 650 000. 2 литра, бензин, автомат. Расход 6,6 указан. Как можно в 2-литровом моторе 6,6 расход быть? Ну, наверное, всякое бывает. Вот как типа цена от, и она по факту есть. Есть люк. Ну, цвет, да? Красный, нарядный CX-4. Skyactiv. Skyactiv G. Ну, все немножечко тут по-другому, наверное. Вот ID, как бы интересно было, вообще верите в это, что вот это вот Volkswagen китайский, китайский электромобиль. Насколько я понял, что вот эти электромобили все, которые якобы немецкие, батарейки покупают у BID, у электрокаров. Так, ну здесь все понятно по комплектации, да? Вот так вот что-то здесь мультимедиа так изображена, ну забавно. Здесь, конечно, все гораздо проще. Открываешь, и все как-то более по старинке. Задний диван. Стеклоподъемники. Ну, темновато, темновато, ребят, к сожалению, темновато. Так, вот посмотрите, еще один стоит. Ну, как бы, опять же, вкусовщина. Корок, Кодиак. Мне кажется, Корок смотрится симпатичнее, чем Кодиак. Он какой-то Кодиак более громоздкий, что ли. Вот он представлен, ID. 4 Pure плюс 204 лошади, автомат. Цена 4 490 000.
Вот это вот Hyundai стоит. Ну, нет на него цены, я не вижу. Не знаю почему. Может, уже, скорее всего, забрали. Может быть. А может и не быть. Я даже не пойму, что это такое. Tucson? Что это за Hyundai? А X35 новый. А-а-а. Вот оно что, Михалыч. Так, ID-шку ну, показал. Не знаю, вот стоит Кодиак, Шкода, черная. Ну, большая машина, как ни крути. Давай, приборка, загорайся, 16 километров пробега. Крытый люк, Шкода, руль интересно сделанный. Но все-таки это не Китай, ребята. Как... Все-таки это другой автомобиль с такими ценами. Но тот, конечно, меня удивил. Так, 4 миллиона 850, но как бы вот и такая цена по факту есть. Мотор 2 литра, бензин, 186 сил, передний привод, автомат. Расход заявлен 7,8 литров. Средний расход. Такой внешний вид. Так, ребят, ну вот такое получилось видео. Спасибо за просмотр. Жду ваших комментариев, отзывов. Стоит ли продолжать в таком духе. Новые машины интересны, нет? Пока.